Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь вот у магазина «Все для рыбалки» в Японии. Это магазин, это не супермаркет, он небольшой. Здесь как бы нету такого огромного прям выбора, как в супермаркете для рыбалки. Но в принципе, в целом, как бы можно посмотреть. Вот. Фотографировать там нельзя внутри, как написано, но я постараюсь как-нибудь заснять так и показать все по-тихому. Ну, чтобы меня, естественно, оттуда не турнули. Вот. Поэтому, как говорится, не обижайтесь, если будет звук тихий или будет вообще без комментариев. Просто смотрите, что есть, как бы. А там потом я вопросы позадаю этому продавцу. Ну все, поехали. Спиннинг 5 грамм, груз 4 200. Дешевый спиннинг. Вот тоже спиннинги дешевые. Дешевыми промарками. Наборы крючков. Средняя цена 160 рублей за любой. Воблер. Ну, цена 1300 йен. Вот вверху показано, как использовать и где. Здесь такие вот в виде червей. Интересная штука. Первый раз такой вижу. Вот стойка воблера. Как видите, выбор здесь просто колоссальный. В России я такого выбора не видел. Соответственно, там комментарии вверху, там где еще, чё, почем там, в какое время лучше ловить, в какое время хуже. То есть также наименование этих самых мест, цены для людей. Ну, это рыбные эти, как сказать, фермы. Реки вот, блин. Вот я был вот там, где вот река вот извилистая. На этой вот мимо на мотоцикле приезжал, я вам это видео там потом ссылочку скину в описании. Вот тоже красивое место. Также вот здесь такие вот переходнички, такие пластиковые, может металлические, я не знаю. Соответственно, вот чехольчики эти, наборы для разных
блесен там и тому подобное, там, для атрибутики. Вот блесна тоже. Здесь пошли блесна уже. Ну, легкие спиннинги для них. Средняя цена 8-9 тысяч со скидкой. То есть на берег сами видите. Trout One. Тут что-то там написано. 13 тысяч. Shimano. Вот, пожалуйста, спиннинг Shimano. Стоит 13600 йен. Ну, на рубли в переводе это будет порядка 7000 рублей. Вот такой вот спиннинг. Он пипец легкий. На вскидку грамм 100, не больше. Да. На скидку грамм 100 весит. Такие спиннинги вот складные. Также разные. Маленькие, для маленькой рыбки вот эти блесна. Показано, как подсекать. С объяснением на японском, правда, все. Как подсекать и правильно выуживать рыбу. Вот такие вот складные спиннинги тоже. 3-секционные или даже 4-секционные, или нет, подождите, они 2-секционные, что-то вроде, там просто зеркальная поверхность. 7 тысяч йен, здесь за 3 тысячи йен. Вот такие есть. Перечислять все я просто устану, естественно, здесь вот 8 тысяч йен, 8 тысяч йен, 14, Shimano, ящички для этих, да, вещей, чехольчики для спиннингов, вот спиннинги уже с катушками. С катушками. Цена, ну это дешевые какие-то, 4000 йен за спиннинг. Ну, тоже воблеры, такие вот, 55 грамм, 50 миллиметров. Уже показано, то есть, какие есть варианты. И для какой рыбалки? То есть тут на японском все это подписано, по-моему. Для основного, для речной рыбы все. Ну, отдел одежды. Всякого экипа. Одежда экипа. Большая рыбка. Блин. Я не знаю, как они называются. Здесь написано стик. Средняя цена 1000 йен примерно на нее. Это около 600 рублей, 500-600 рублей. Вот такие воблеры есть. Slow Blood. Это уже достаточно качественные. По весу. Вот 40 грамм. 30 грамм.
30 грамм. Вот тут для показано для каких вот. Вот красного окуня выживают. Естественно, как бы тут большинство наживок, этих приманок для японской рыбы, для морской рыбы есть также. Ну, есть и для речной. Так, пойду я там пройдусь. Одежда, я думаю, вас не особо интересует. Всякие спас-жилеты и тому подобное. Так, посмотрим вот. Вот какие есть, смотрите. О, с такими-то плавниками спереди. Или вот. Кастом 2000 йен стоит. 1000 рублей примерно. 1200, может. Или вот такой есть. О. Я так и не видел ни разу еще. Не знаю вообще, как работает, без понятия. Также вот есть наживочки такие. Интересные. Это для сама. А, вон оно что. Это для таких этих рыб, которые заглатывают сом или там налимы там. Вот тут написано все. С этой стороны вот блесна. Также вот идут уже сразу с грузиком, такие как голова рыбы здесь нарисована. И ну, всякие хвостики там такие вот. Стоит такой набор. И сколько? 8 штук. 600 йен. Это ну, порядка 300 рублей, в принципе. Тут в виде крабиков вот так вот выглядит. Жуть. Такие в руки-то брать страшно. Хм. Имитация червя. Это прикольно, как живые. Даже такие есть. Средняя стоимость где-то 200 рублей. Что летает мне. Есть огромные черви. Сахар, что ли, какая-то. Вот какие есть даже. 780 йен. Даже видео показано, как это все делается, как это работает. А, вот оно как одевается. Бана, что такое вообще?
Здоровый крючок какой. Вот воблеры. Тоже тут наживок, приманок еще, там куча. С этой стороны тоже. Всякие такие вот черви резиновые. Такие вот есть воблеры. Средняя цена 1000 рублей примерно. Катушечки. Есть из чего выбрать. Троникс. Аплаус. Шимана. Вот. Тут, конечно, можно все покрутить, пощупать, как она будет у вас. Ну, это вот из дешевых, что касается. Средняя цена где-то 2,5-3 тысячи рублей за катушку. Внизу тут он самый дешевый, тут вообще за 500 рублей катушки, за 1000 за 500. Рёби. Катушки Рёби вот тоже. Ну, среднего ценового диапазона. Вот. Соответственно, разные катушки на разный вес рассчитаны. Вот, средняя цена 3000.